Пледы, теплая одежда, продукты питания, медицинские препараты. По сообщениям турецких волонтеров, это то, что необходимо в первую очередь пострадавшим, причем в больших количествах. С волонтерами всегда на связи Екатерина Балаур. Сама она из Камрата. С июля прошлого года живет и работает в турецкой Алании. «Здесь разрушений нет, но толчки достаточно сильные ощущались», — сказала Екатерина. По городу и по соседним районам очень много пунктов сбора помощи. Так как зимой отели закрыты, очень многие хозяева откликнулись, людей привозят к нам. Ну, люди абсолютно приезжают без ничего, без одежды, без питания, просто без ничего. В больницах Алании много детей из пострадавших от землетрясения районов, говорит Екатерина Балаур. Я закупала одежду для деток от 2 до 4-5 лет. Детские присыпки купили, питание детям, все вот это вчера покупали, это везли в пункт сбора помощи. Екатерина ведет блог в Инстаграме. Увидев масштабы трагедии, она решила обратиться к своим подписчикам. Открыла сбор средств для помощи пострадавшим в Турции. Очень многие откликнулись. Откликнулась и Молдова, и Россия. Наши сограждане из России тоже откликнулись. То есть все люди очень поддерживают, помогают. И, соответственно, мы тоже помогаем здесь пострадавшим. Это капля в море того, что я могу сделать, но это какая-то помощь хотя бы для людей. Не зря говорят, с миру по нитке. На своей странице Екатерина публикует всю информацию. Ее сообщения репостят. Тем самым тех, кто желает оказать поддержку, становится больше. Социальные сети для того, чтобы показать масштабы трагедии, использует и Рафет Кёксал. Он является руководителем молдавской неправительственной организации «Инсана Яардым». В данный момент он находится в провинции Кахраман-Мараш, где произошло землетрясение. Сюда Рафет Кёксал приехал со своими близкими друзьями, чтобы оказать посильную помощь пострадавшим. Вместе с друзьями сюда приехали. Всю помощь, которую собрали для этих людей, распределяем. Они очень в этом нуждаются. Очень мощное землетрясение произошло. Это здание разрушено, но в Мараше есть еще очень много разрушенных зданий, поэтому он нуждается в поддержке. Рафет Кёксал выражает благодарность всем, кто сейчас находится рядом с турецким народом. Носки и другие виды одежды принесли, готовую еду и крупы, потому что люди здесь давно не ели. В основном среди продуктов консервы. Они очень обрадовались нашей помощи. Каждый желающий может помочь этим людям. Они этого ждут от вас. Землетрясение, произошедшее 6 февраля, стало крупнейшим стихийным бедствием в Турции с 1939 года. Тогда в Эрзинджане произошло землетрясение и погибло около 33 тысяч человек. Еще около 100 тысяч были ранены.